Всем привет! С вами дневник системного администратора, и сегодня я вам расскажу, как избавиться от антималвары сервис, который нагружает диск до 100%. Я сегодня покажу, что нужно сделать, чтобы данная загрузка исчезла. Итак, нам нужно в поиске набрать администрирование. Нажимаем администрирование. Итак, теперь далее нам нужно найти планировщик заданий. Находим, вот здесь находится планировщик заданий. Открываем. Так, сейчас закроем. Нам нужно открыть библиотека планировщика заданий Microsoft. Открываем Microsoft. И здесь у нас есть папочка Windows. Сейчас откроем на все. Итак, здесь нам нужно найти. Сейчас я вам покажу. Нам нужно найти папочку, которая называется Windows Defender. Итак, здесь у нас есть задания, которые запускают проверку наших файлов на жестком диске. И тем самым нам нужно зайти в условия и поубирать здесь везде галочки. Нажимаем ОК. Сохраняем. Теперь еще раз открываем. Открываем тиггеры. Создать. И нажимаем еженедельно. Здесь мы должны проверить, чтобы у нас не было галочек. Если у нас будут галочки, тем самым она автоматически будет по определенным дням сама запускаться. И снова заходим в условия, убираем здесь. Заходим снова, проверяем тиггеры. Создать еженедельно, просматриваем, чтобы у нас не было никаких условий. И так само для всех этих проделаем такие же данные, убираем везде галочки, чтобы у нас не запускалась автоматическая проверка жесткого диска. И тем самым мы устраняем загрузку нашего диска. Получается, когда мы включаем компьютер, начинается проверка жесткого диска, начинается нагружение системы, и тем самым у вас получается антималвары сервис грузит систему, не систему, вернее, а жесткий диск к 100%. После таких манипуляций у вас сразу начнет нормально работать система. Также нам нужно еще зайти в папочку Windows Defender, тоже зайти в условия. Здесь посмотрите, чтобы были убраны все галочки. Также самооткрываем тиггеры. Создаем. Открыли тиггеры. Так, давайте перейдем создать. Также открываем еженедельно, смотрим, так, у нас здесь нету галочек, нажимаем отмену. И здесь у нас есть, как видите, тиггер, созданный еженедельно запускать 4.57. Давайте его удалим, чтобы оно нам не мешало, нажимаем ОК. Все, так, закрываем это дело. И давайте откроем диспетчер задач, проверим загрузку нашего диска. Как видите, загрузка нашего жесткого диска уменьшилась, тем самым мы добились успеха. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.